Компания Mercedes-Benz представила европейской общественности самую роскошную и технически совершенную свою модель Mercedes-Maybach S600 Pullman. Несмотря на то, что официально Pullman создан на платформе нового S-класса, тем не менее, фактически машина создана по индивидуальному инженерному проекту с базовыми узлами от Mercedes S-класса. Длина Pullman составляет 6499 мм, высота машины 1598 мм, а ее колесная база составляет 4418 мм. Машина оснащена 6-литровым бензиновым мотором с двумя турбонагнетателями мощностью 530 лошадиных сил. Коробка передач, 7-ступенчатый автомат, привод у машины сзади. Разумеется, главное в машине – это салон, у которого роскошь и богатство достигли своего абсолюта. Ну, разумеется, глупо пытаться описать уровень комфорта и степень электронной оснастки салона Pullman. Как сказал на презентации Pullman Дитер Цетше, руководитель компании Mercedes, в этой машине есть все и даже чуть больше. Согласно заводской программе, Mercedes-Maybach S600 Pullman будет выпускаться в серийной версии по цене 500 тысяч евро и в специальной. Под определением «специальной» имеется в виду, что у машины будет бронезащита самого высокого класса, которая способна будет выдержать не только осаду спецназа, но и выстрелы из гранатометов. Продажи Mercedes-Maybach S600 Pullman поступит в начале будущего года.